посмотрите, что здесь творится. Я оттуда не хочу снимать. Тут просто передвижение, естественно, с большой колонны, практически, ну, гражданской техники. Боевых машин очень мало. Я просто оттуда... Ну, меня там сильно видно, я оттуда не могу снимать. Огромная колонна, я не сразу услышала. У меня работал телевизор, поэтому я много пропустила. Вот, посмотрите, сколько гражданских машин. Ну, вот, пошли. Крытые. Они все груженные, они очень груженные, потому что сзади колеса прямо по полу едут. Вы посмотрите, вот, просто очень груженная машина. И они все такие груженные. Все задние колеса прямо по полу. Огромная их колонна. Это просто заходит и заходит именно... ну, обычных машин. Прямо, я не знаю, это какая-то иммиграция, что ли, россиян, блин, сюда. Военный... Вот автобус пошел. Военной техники, ну, практически нет там. Совсем-совсем чуть-чуть. Что вы там закончились, блядь? А нет, еще не закончились. Вот они все. Вот, по-моему, закончились.